Алло! Привет! Это же ты новый охранник теперь, да? Ну, не буду отвлекать сильно, просто проверить хочу, пришел ли ты на рабочее место. Вот, ну все тогда. А! Забыл сказать, у нас какой-то дебил завелся, постоянно у него получается в магазин залезть. Но ты не бойся, он ничего не сделает. Если он тебя совсем уж напрягает, можешь дверь закрыть. Хотя, чего тут бояться? Ну давай, спокойной ночи.